Добрый день, с вами Империя Пикчер. Сегодня я покажу вам, как нарисовать боксера маркерами. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Будем рисовать в нашем скетчбуке Империя Пикчер. У нас есть на боре такая непромокайка для маркеров, которую мы подкладываем под листочек, чтобы у нас ничего не отпечаталось на противоположной стороне. Берем карандашик мягкости B или HB. И начинаем намечать силуэт боксера. Начиная вот с тела, в виде прямоугольника его обозначаем. При этом линия ноги будет продолжать линию тела. Она такая идет немножечко под наклоном. Ноги широко друг от друга располагаются. Снизу провожу соединительную линию для того, чтобы правая ножка была повыше уровнем. Он стоит от нас боком, поэтому она будет повыше, покороче, соответственно. Мы примерно намечаем ручки, вытягиваем ручку с одной стороны вперед, другую немножечко сгибаем в локте, затем прорисовываем уже ножки. Тоже пока что давайте намечаем примерно. На первом этапе нам нужно словить силуэт фигуры, ее пропорции и ее расположение в формате листа. Затем уже будем отрисовывать более подробненько все. Например, у ножек икры будут прям более кругленькие, и место прогиба будет под коленочкой вовнутрь. Шортики широкие, прорисовываем тоже нитки свободные. Чуть выше колена будут располагаться. На шортиках мы можем вот тут добавить полосочку с краешку. Прорисовываем вторую ножку, тоже даем икорку, обозначаем немножечко коленочку и прорисовываем гольфик. Тут вот ножечка будет у нас на носочке немножечко стоять, обозначаем пяточку, изгиб ноги, прорисовываем кроссовочек теперь, намечаем шнуровку и узор в виде такой линии с краю. На гольфиках намечаем две полоски, прорисовываем гольфик с другой стороны, точно такой же, с двумя полосочками. И добавляем кроссовочек. Также шнурочки, язычок и узор. Намечаем линию плечиков, она у нас будет такой сплошной ровненькой линией, которая немножечко так приподнята. По диагонали наверх, слева направо. Плечико мы закругляем, прорисовываем сейчас головку, чтобы обозначить, где у нас будет именно рука проходить с перчаткой. Намечаем перчатку и потом уже выводим локоток и соединяем с плечиком. На маечке у нас будут складочки по бочкам расположены, так сделаем ее немножечко пошире, покрупнее, все-таки боксер. Плечики закругляем опять же, прорисовываем подмышку, грудную клетку. Здесь вот рука будет пошире и сужается к запястью. Здесь у нас будет тоже перчатка. Мы ее прорисовываем. Большой пальчик на нас смотрит и далее загибается перчаточка вниз. Прорисуем лицо, нос, глазки, ротик. Немножечко в полоборота. Далее мы прорисуем шлем, такой довольно крупный. Сверху у нас будет как такая шапка и на перекрест две ленты. Намечаем складки на шортиках, тоже легонечко карандашиком. Вот рисунок у нас готов, и мы берем черный линер и аккуратно проходимся теперь им по карандашному контуру, стараясь за него не выходить. Обводим наше изображение. А пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео. И там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите и обучайтесь вместе с нами. В конце ластиком карандаш убираем и можем приступать к работе цветом. Берем маркер оттеночка номер 136, светло-бежевый цвет, и мы закрашиваем кожу боксера, ноги, шейку, ручки и лицо.
оттенком номер 36 добавляем тень на кожу под шортиками, на ножке, внизу на ручке. Здесь вот подмышечной впадине тоже. С другой стороны под мышкой тень, снизу на руке. На лице тоже в области под шлемом и рядом. Теперь берем оттеночек серого, номер GG3. Закрашиваем тут вот поясок в тенях между шортами и майкой. Также мы добавляем тень с правой стороны на гольфике и на полосочке на костюме. У нас и на майке, и на шортиках полосочка. И вот так мы добавляем еще полосочку на перчатке. И теперь берем красный цвет, он у нас такой будет основной. Мы начинаем закрашивать им костюм боксера, перчатки, шлем тоже. Полосочки на одежде мы не закрашиваем. А вот на гольфиках можно аккуратненько дать две полосочки. Далее шейку так подкрашу немножко. И вот здесь вот у гольфиков немного контур белой ручкой подправила. И далее беру оттеночек красного темного и добавляю тени на костюме. Тут вот начиная внизу на шортиках, также складочки обозначаю более темненько, прорисовываю. Под майкой тоже будет тень падающая по правой стороне. Вот тут слева тоже складочки показываю. Соответственно, на майке то же самое. Складочки. Вот тут в нижней части можно прям затемнить, под грудью затемнить, в области подмышечной впадины. На перчаточке тоже мы затемняем снизу элементы теней. И далее оттеночком номер 16 закрашиваем края на перчатках. Продолжаем пятым оттенком темно-красного добавлять тени на шлем и на его детали. Желтым цветом номер 37 сделаем полоски на кроссовках, а темным оттеночком WG8 мы закрасим сами кроссовочки на обоих ногах. Также этим же темно-серым цветом мы сделаем верхнюю часть шлемика под ленточками. Ну и вот это вот ушко можно по левой стороне, которая на шлеме находится, тоже показать более четко. Далее мы берем белую ручку и начинаем добавлять блики. Это будет такой наш завершающий этап. Блики располагаются в световой части. Например, можно наметить на складочках, на ботиночках, на груди, на перчатках сверху, на шлеме. Придает более законченный вид работе. Ну и вот такой боксер маркерами у нас с вами получился. Присылайте ваши результаты к нам в Instagram. Мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылочка на Instagram находится в описании к этому видео. Я вам напомню, что мы рисовали в нашем скетчбуке от Imperia Picture. В нашем магазине на Wildberries представлено несколько вариантов классных обложек. Вот одна из них, посмотрите, какая она крутая, яркая, мне очень она нравится. Заходите в наш магазин на Wildberries по ссылочке в описании и выбирайте свой крутой скетчбук. И на этом я прощаюсь с вами, не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!